Детвора наша. Что вы делаете? Современные дети, даже на природе, сидят в телефонах. И спать хочется? Иди ложись. Наша лампочка. Я тут говорю. Да? Что ты? Слышь, плохо стало. Телевизор у нас. Ну, как скажи, что ли? Здоровье, ты. Не слышишь? Надо это аппарат. После пути аппарат ставь. Ну не пил, не пил я. Хотя. О, вот есть. Сиди. День взять в постели. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения! Ух ты! Ей уж 80! Почту там не принесли, а? Ну, Катя, раз мы сейчас встретим. Бабушка, ты тогда сама, ладно? Ага, иди. Да? Берегу, конечно. Где наша текила? Вон, рядом, где вчера это было. Да, она была там реально, но она там не этот, холодильник выключился, короче, теплая она. А что? Да какая разница какая, надо ее найти. Надо найти. Серег, ему бензин качается, походу, да? Да, кстати, бензин, посмотрите. Его, может, переложили? А где не ищите? Ну, да. А, там было, да. Заткнись. Чем нам сегодня, нас кормят сегодня, Олечка? А? Чем ужинаем сегодня? Простите, погорячился. А? Тоже греется. Так что мы кушаем, расскажи. Бутерброды и картошка, салаты, да. Ну, кино поменяли? Скромненький ужин сегодня. Кино поменяли? Ну да, потому что у нас отходы появились. Бриллиантовая рука у нас идет сегодня. Давай мы это попробуем. Я хотел бы ветром лететь, над землей лететь, солнце снегами. Я хотел бы в небе спать, и сны о нем смотреть, сны в облаках. Но ты сказала мне, это лишь ты. Ничего в них нет, вот и все, что сказала мне ты. А я хочу и над землей лететь, но так высоко и так близко. Дорога в облака. Всем услышать.
идет по плану. А моя судьба захотела на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре. А на фуражке моей серпы молот и звезда, как это трогательно. Серпы молот и звезда, лихой фонарь, ожидание мотается, и все идет по плану. Все идет по плану. На моей женой накормили толпу. Ком растоптали ей грудь, все народной свободой растерзали ей грудь. Так закопаешь ее в ответ. Это надо, да? Нет. Меня снимаешь? Что? Не получается. Можно я трубокульную возьму? Поставь на одну, пожалуйста. Вот так, ага. Сейчас будет, все будет. Вся хата с краю. Куда дел? Да он сломал! Кого сломал? А руки-то вот они! Реально? Она горячая. Ну, ребят, давайте. Горячая. Это наши вечера, Саша. Горячая? Текила. Текила в том-то и прикол, что она пьется нормально. Окрошка. Да я знаю. Ну, давай, окрошка, где? Текила, кстати, с окрошкой хорошо. И кино мы там смотрим. Текилу смотрим. Телевизор надо поправить. Немножко, да, скошенный телевизор. Легенда под номером 17. Смотрим кино про Харламова. Ну, я скажу, что восприятие совсем иное, да, согласитесь, да, на природе? То есть вот дома, ну, кино, да кино на диване, всё, да, вот здесь уже пора заканчивать. Ну, мне нравится, а он еще разыгрывается, они там разыгрываются. И потом, по идее, там должен быть, если 3, всего 4. А он чудо, раз, что спасибо, как которая всю жизнь к себе притягивает, виде комаров. Классно, там зона передняя была, естественно, билет у нас не видит. Текила. Вот и выживай. Юра, давай. О, Саня, да, Саня. Молодец. Мы тебя ждем. Саша, в Алмате жара 43 градуса. Если ты пить не будешь, она поднимется до 50. А здесь опустится. Да. Наоборот, этот снег пойдет, ништяк. Саша, что тебе люди сделали, а? Они что-то... Чем мы плохого тебе сделали? Саша. Печень будешь дома лечить? Без меня. Эссенциали, оно нормально, восстанавливает все клетки. Добавки. Вот она, наша мамочка. Только заправь ему, пожалуйста. Сеня, ну-ка сделай. Сейчас я сделаю тебе вкусно с горчицей. А вот это вот ничего, что у тебя добавка? Андрюша, дайте я вам тоже сделаю хорошо. Андрюша. Ой, дай мне пиво налить. А кружечку дайте. Пиво, кстати, кто да. Пьет, Андрюх, ест. Расскажи, что мы делаем и с пивом и окрошкой. Хорошая. Мы его не пьем. А? Мы его добавляем. Мы его добавляем, да. В окрошечку. Вот, вот смотрите, технология. Процесс. Окрошечка у нас на газировке. И туда чуток пиваса. И вот сюда, давай тоже. Сейчас там ребенок покушал. Да. Все. У нас горчица. Хреновина. Все, хорошо. На твою, с запахом пива будет. На твой тазик вполне нормально. И вот оно вообще ништяк получается. А что это у вас там за паровозик какой организовался? Смотрим кино дальше. Чух.